Здравствуйте! Сегодня вы узнаете, как сделать своими руками поделку миниатюровую яичницу прямо в пробке из-под пластиковой бутылки. Для этого вам понадобится любая пробка от любой бутылки. Причем, чем меньшего размера она будет, тем будет, как говорится, прикольнее или креативнее. Итак, если там есть вот такая штучка, которая позволяет крепко держать пробку на бутылке, мы ее удаляем, такой вот ошейничек. Так, теперь кладем крышку дном вниз на фоам белого цвета и обводим кружок. Сейчас мы будем делать саму яичницу. Вырезаем круг, оставляя карандашную пометку за кругом. Это будет как раз белок яичницы. И пока оставляем в стороне. Так, теперь прорезаем щель для ручки нашей сковородки. Как вы уже догадались, что пробка — это будет сковородка у нас. Вот прямая щель такая, прямоугольная, для палочки от мороженого. И круглую дырочку можно сделать, если вы будете делать из трубочки для сока. Так, примеряем, подходит размер, щель подходит, все отлично. Итак, возвращаемся к самой яичнице. Для желтков я взяла обыкновенный горох, вот который по половинкам. И вот с помощью горячего клея, можно с помощью момента, мы приклеиваем его на фоам. Можно сделать два желтка, можно посадить, как я, три желтка. Так, и теперь вот таким тоненьким фломастером мы сейчас обводим, чтобы ярче было видно, что яйца у нас все-таки отдельные такие. Так, вот контур отбили. Яичница практически готова. Ну, теперь сковородку нужно покрасить в черный цвет изнутри, и также рукоятку, и она вполне будет похожа на тефлоновую сковородку. Все это сохнет. Когда высохнет, собираем все детали вместе. Так, ручку вставляем на место. Теперь у яичницы часть белка, вот лишний, мы отрезаем маленькими ножницами и вставляем в сковородку. Вот какая красота у нас получилась. Посмотрите, чудесная поделка, отлично развивает способности и мысли ваших детей. Если понравилось, поставьте лайк, подпишитесь и смотрите другие видео на этом канале. Всего вам доброго, до свидания!